Глава Северского района Андрей Дорошевский с рабочим визитом посетил детский сад номер 42 станицы Северской. Сейчас здесь проводят капитальный ремонт помещения детской группы за счет средств из местного бюджета. В прошлом году построили новые теневые навесы, заменили ограждение и установили автоматические ворота. В перспективе – благоустройство прилегающей территории. Проектно-сметную документацию уже подготовили. В этом году планируется вступить в краевую программу или же выполнить работы за счет средств местного бюджета.